Уже за месяцы начинается активная подготовка к встречам. Бурлят социальные сети, организуются поиски друзей-одноклассников. И вот настает день, когда те самые девчонки и мальчишки, но только уже повзрослевшие, встречаются в стенах родной школы. К юбилейному году их оказалось как никогда много – 2189 выпускников. Обычно мы проводим такие большие вечера встреч раз в 5 лет на круглые юбилейные какие-то даты со дня основания открытия лицея. В этом году лицей отмечает 35 лет со дня открытия 2 апреля. Мы открылись в 1984 году. Огромный путь пройден, много очень выпускников, очень позитивные люди выходят из нашего лицея и такие же позитивные подрастают. Хорошие теплые воспоминания о школе. Сейчас очень интересно увидеть тех, с кем раньше учился, и всех учителей. Жалко, что, может быть, многие не придут. Что интересно, что я не только выпускница этой школы, но также и 3 года работала, преподавала французский язык. Это были мои лучшие годы, потому что я как была за партой, так и была в качестве учителя. И могу сказать, что это и отношения и к учителю, и среди коллег были очень прекрасные, и все было отлично. Я очень довольна. После регистрации выпускники разошлись по классам, где группа волонтеров от совета старшеклассников провела для них веселые уроки. Гости писали сочинения, проявляли свои знания в математике, отвечали на каверзные вопросы. Ну и, конечно, вспоминали самые забавные моменты, делились нынешними успехами и достижениями, рассматривали фотографии школьных лет. Я лично никогда здесь не скучала. Мне запомнился наш выпускной дикими танцами, причем танцевали как и родители, так и мы. И не хотели уходить, кто-то даже плакал и засовывал пирожные себе в рот. Не знаю, кто бы это мог быть, потому что мы их не успели съесть. Самые активные выпускники не смогли пройти мимо обновленного спортивного зала. Взяв в руки волейбольные мячи, вспомнили, как когда-то играли здесь с друзьями. Раздалось 3 школьных звонка, и гостей пригласили на праздничную программу в актовый зал. После знакомого всем школьного гимна началось выступление сегодняшних лицеистов. Это были стихи о выпускниках, песни об учителях и проникновенный вальс старшеклассников. Алексей Лагутин, Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».